Все случилось в магазине «Рыбка» по адресу Ломоносова, 147. Средь бела дня, около часа, в помещение ворвался вооруженный мужчина в серой куртке. На вид около 40 лет, невысокого роста. В числе особых примет – шрамы на левом виске и ухе. Он забирает из кассы небольшую пачку денег и стремительно уходит. Отдел МВД России по Березняковскому городскому округу обращается к жителям города с просьбой оказать содействие в установлении преступника. Кому что-либо известно о личности данного гражданина, прошу сообщить по телефонам, указанным ниже. Анонимность и вознаграждение гарантируется.